Учебу в техникуме или колледже по некоторым профессиям могут включить в общий стаж, что позволит раньше выйти на пенсию. Минтруд подготовил и направил в правительство страны проект постановления, меняющий порядок досрочного выхода на заслуженный отдых. Как уточняют источники, под действие новых правил попадут и курсы повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование. Изменения затронут многие категории работников. Речь, в частности, идет об учителях, врачах, работниках общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию. Сейчас в стаж засчитывается только периоды, когда сотрудник находится на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодно оплачиваемые отпуска и декретные. При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывается.